Тревожнее из-за ремонтных работ на сетях Архангельского водоканала до окончания работ будет ограничена подача холодной воды в домах на улице Тимми 27, Советской 19, Краснофлотской 5, улице Пионерской 84, улице Воронина 43. Сегодня в Велигодском районе на границе Архангельской области с Республикой Коми после реконструкции будет открыт северный транспортный коридор. Он связывает Архангельскую область, Республику Коми и Санкт-Петербург. За минувшую неделю в Архангельске диагноз ОРВИ поставлен более чем 2000 детей. Показатель заболеваемости острой респираторной вирусной инфекцией в городе пока ниже эпидемического порога. Продолжается и прививочная кампания. Иммунизацию прошли 297,5 тысяч северян. Правительство России своим постановлением разрешило ввозить в нашу страну из Турции ряд продуктов. Что именно вернется на российские прилавки? Ответ в вечернем выпуске «Автографа дня» в 19 часов 20 минут на канале ТВ-центр. Сегодня в САФУ проходит 4-й Беломорский форум. Студенты со всей России получат знания по 5 программам. Арктический формат, студенческое саморазвитие, качество образования, школа КВН, от студенческой идеи до дела всей жизни. Для участников состоятся тренинги и мастер-классы, а также пройдет ряд круглых столов Ассоциации федеральных вузов. Спонсор прогноза погоды – женский спортивный клуб «Разминка». С нами худеть легко. Приходите, ждем вас на Ломоносова, 154. Сейчас в Архангельске плюс 4 и облачно. К вечеру вероятен дождь. Одевайтесь теплее и не забудьте зонтики. Самые актуальные новости региона каждый час на телеканале ПС. Оставайтесь с нами.